С сегодняшнего дня европейский рынок открыт для украинских производителей. Это означает, что 98% импортированных в ЕС товаров не будут облагаться ввозными пошлинами. Впрочем, такая процедура будет действовать только до 1 ноября. До этого времени в Евросоюзе рассчитывают на подписание с Украиной соглашения о свободной торговле. Эксперты уже подсчитали, отмена пошлин позволит украинским производителям дополнительно зарабатывать не менее 500 миллионов евро ежегодно.